light of Christmas shining through. Our eyes, our smiles, you know it could shine on through. All the good that we do for the people that don't have it so good. Light of Christmas shining through. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Данали, и я хочу вас поздравить от всей своей души. Не только я, но вообще я передаю поздравления вам с наступающим новым 2019 годом. Не только от канала Данали Геймс, но от всего моего клуба «Восточные драконы мира». Мы поздравляем вас с наступающим новым годом, годом свиньи. Желаем, чтобы этот год был у вас самым лучшим, чтобы случалось в нем только хорошее. Но если случается что-то плохое, не надо опускать руки. Надо всегда верить в себя и не надеяться, что все будет лучше, а делать все возможное, чтобы все стало намного лучше. Давайте же и проведем еще один прекрасный год в этой замечательной игрушке Star Stable Online. Мы не будем дуться на какие-то баги и недоделки разработчиков. Мы будем желать и верить, и надеяться, и даже знать подсознательно, что большинство вещей они всегда будут исправлять. Пусть этот год принесет нам множество новых интересных вещей и обновлений, новых пород лошадей, которых мы даже не представляли бы в этой игрушке, и пусть они будут шикарные модельки. Пусть будут новые вещи, прически, макияж. Я надеюсь, что еще и обновление персонажа тоже случится именно в этом новом году. Так что давайте же поднимем наши бокалы, когда будет 12, загадаем все дружно хорошие желания, с уверенностью зная, что они обязательно исполнятся, но только если мы сами приложим к этому силу и веру на их исполнение. Мы еще раз все дружно поздравляем вас, я поздравляю всех своих подписчиков, я также поздравляю своих соклубовцев, мою семью, потому что благодаря ним именно за прошедшие несколько месяцев канал возрос в своем вообще роде, в своем виде. Благодаря вам, моим друзьям, моей семье из клуба, моим подписчикам, которые меня смотрят, канал развивается и становится только лучше. И я обещаю, что в 2019 году я, может быть, не смогу больше времени уделять каналу, но я постараюсь делать видео еще более качественными. Я улучшу звук, улучшу видеомонтаж. Я постараюсь над тем, чтобы вам и дальше нравились мои видео, и чтобы душевность из них никогда не пропадала. Так что с наступающим вас Новым годом, дорогие друзья! Я вас люблю, желаю вам хороших каникул, отдыхайте и наслаждайтесь зимним временем года. С вами была я, Даналия, и всем пока! Увидимся в Новом году!